Шок! Да потому, что я жизнь учил его учебникам. Просто я работаю волшебником. Песню новогоднюю споем и друзей закружим в хороводе. Мы полярный круг пересечем, в гости попадем к оленеводам. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не волшебником. Просто я работаю волшебником. Снегурочка, конечно, из Костромы. Ямал Ири, город Салехард. Кикимора Вятская, город Киров. Толбабай, Удмуртия. Кышбабай, город Казань. Емеля и царевна Лягушка, город Ростов со своими помощниками. Василиса Премудрая и Водяной царь, город Южа, Ивановская область. Вот они, главные волшебники сказочные, волшебники России. Ваши аплодисменты всем сказочным героям. Спасибо большое. Сейчас волшебники пойдут готовиться к своим презентациям. А вы, друзья, стойте, смотрите, они расскажут о всех своих чудесах.